Доктор, у меня жопа болит. В каком месте? Возле входа. Вот пока вы это место будете называть входом, она всегда будет болеть. Ребята, всем здорово, солнечная связь. Во-первых, какая обаятельная чаечка такая, доктриса, да? Докторша, ёханый бабай, да? Моя коллега, я бы мою коллегу взял бы на курсы повышения квалификации, да, точнее понижения. А вообще, как бы чаечка очень даже верно заметила, так если то самое пресловутое место называть входом, по сути дела это выход, как бы, как ты никуда, хоть и врач не проктолог, а мандолог, но тем не менее понимаешь, что это выход, вот, да, вот. А некоторые нерадивые людишки, блин, да, начинают его как вход использовать для разных морковок, так называемых. Конечно, болеть будет. Ну, хотя, если разработается, болеть уже не будет, как бы. Это я не по своему опыту говорю, это как бы, ну, мне рассказывали там что-то с того подъезда, четвертого по этот, девчонки. Короче, ну, вы поняли, да?